Вести Кабардино-Балкария. Добрый день. В студии Тахир Дадуев. Православные христиане всего мира отмечают сегодня Светлое Христово Воскресенье. От имени парламента и правительства Кабардино-Балкарии с праздником Великой Пасхи верующих поздравил глава республики Арсен Кануков. В условиях возрастания роли и влияния религиозного фактора на развитие общественных процессов трудно переоценить вклад православной церкви в утверждение незыблемых устоев общества, справедливости, патриотизма и милосердия, говорится в поздравлении. Ее тесное взаимодействие с представителями других традиционных культурообразующих конфессий вносит неоценимый вклад в укрепление духовного здоровья наших сограждан, сохранение нравственных основ общественной жизни, гражданского мира и согласия. Арсен Каноков выразил убежденность, что такое сотрудничество останется надежной основой для укрепления единства многонациональной Кабардино-Балкарии и залогом благополучия живущих здесь народов. Православным христианам он пожелал мира, добра и благополучия. Божественные литургии по случаю воскресения Христова сегодня проходят во всех храмах республики, а со вчерашнего дня проводится обряд освящения Пасок. В соборе преподобного Симеона Столпника прихожан с праздником поздравил благочинный православных церквей Кабардино-Балкарии протоиерей Валентин Бобылев. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Натальи Булат. Ровные ряды прихожан, в корзинках аккуратно выложенные пасхальные яйца и куличи. Обряд освящения. Отец Валентин начинает с самой главной новости. В храме гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Это значит, уже совсем скоро во всех храмах возвестят «Христос воскресе». Вместе с этим таинством передается победа человека над смертью, говорится в обращении епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. За человека Христос умер на кресте. За человека принес он себя в жертву, а когда воскрес из мертвых, то изменил жизнь человека, чтобы он стал другим, чтобы для каждого из нас открылась дорога к Богу. После длительного поста священнослужители сменили черные одежды на белые. Они символизируют ангелов, которые возвестили о воскресении Христа. Это также цвет радости, которую сегодня испытывают все православные. Надежда. Надежда обновления, надежда, ну, будут жить дальше, потому что все равно это чудо. По молодых стараемся тоже, чтобы приучать, вот, при возможности стараемся, вот, все то, что нужно, все традиции содержать. Я думаю, это на душе всегда легче, поможет дальше в жизни нам и молодежи. Всего самого хорошего, здоровья главное, чтобы у всех близких наших было здоровье и у всех. А все остальное будет. Ходим с маленькой лялечкой тоже. Вера помогает? Конечно, если верить, всегда помогает. Главное верить. Для православных христиан Пасха – самый главный праздник. Продолжается он 40 дней. В это время вместо обычного приветствия принято говорить «Христос воскресе». А уже через несколько часов в республику доставят благодатный огонь. С праздником вас! Наталья Булат, Андрей Собачий. Духовное приобщение к празднику начинается задолго до его наступления. Воскресение Христово предваряет Великий пост и Страстная неделя. Пасха для православных имеет особый смысл, и подготовка к нему осуществляется по-особенному. До четверга улаживали все дела, чтобы оставшееся время уделить изготовлению подарков, крашению яиц и приготовлению куличей. В одном только селении Новоивановское Майского района за эти дни испекли свыше 4000 пасок. Это еще наши бабушки выпекали в русских печах. Теперь перешли более на современный метод. На современных печках у нас выдерживается технология. Рецепт наших пасок очень такой вот, как, ну, как моя бабушка пекла. Вот стараемся еще с того времени удерживать этот рецепт. Сегодня у православных праздник. Однако тем, кто держал пост, и священнослужители, и медики советуют не переусердствовать с яствами. После длительного воздержания это может негативно сказаться на здоровье. К другим темам. День красоты провели в отделении гематологии и онкологии Детской республиканской клинической больницы. На празднике многих малышей по состоянию здоровья домой не отпустили. Вместе с ними лежат и их мамы. Как правило, именно мамы занимаются больными детьми. Зачастую они вынуждены бросать работу и на многие месяцы переезжать с малышом в больницу. Поднять им настроение и эмоциональный дух решили в благотворительном фонде «Выше радуги». Пока ребят развлекал клоун, волонтеры, парикмахеры и визажисты колдовали над прическами и внешним видом женщин. Дни красоты организаторы планируют проводить каждый месяц и призывают присоединиться всех, кто захочет помочь.
Сегодня утром в Нальчике сыграны партии третьего тура чемпионата и первенства России по шахматам и шашкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Пока явного лидера нет. После трех игровых дней в чемпионате по шахматам в командной гонке на первое место вышли Московская и Свердловская области. В личном зачете лидируют Дмитрий Щербин и Александр Балберов. Наш Чемал Гитгафов, набрав 2 очка из 3 возможных, обосновался на 3-й строке. В чемпионате по шашкам впереди Челябинская область. Команда из Кабардино-Балкарии, играющая в неполном составе, с 8 очками обосновалась в середине турнирной таблицы. В первенстве по шахматам в личном зачете соперников опережают Григорий Доронкин и Андрей Терсинцев. В эти минуты в санатории «Голубые ели» начинается 4-й тур. У меня все. Посмотреть выпуск еще раз вы можете на сайте vestikbr.ru. До свидания.